Привет, YouTube, привет, комьюнити. Сегодня у нас резконата. Я, скажем так, возобновляю резконата свой для себя после достаточно долгого перерыва, связанного с ремонтом, прочими как бы нюансами. Ну и так как руки отвыкли, наверняка, я решил не брать что-то серьезное или интересное. Решил выполнить просьбу, несколько раз звучавшую на моем канале, проверить заточенную милю с тридцаткой. Собственно говоря, угол здесь заводской. Заточка, ну скажем так, секретная. Это видео направлено на один, скажем так, интересный момент, аспект, как угодно, который будет рассмотрен чуть дальше. Он будет рассмотрен в следующем видео, надеюсь, в котором я объясню, в чем нюансы этой заточки секретной. Да? На данный момент единственное, что скажу, что микроподвода на ноже нет. И угол заводской. То есть репрофилирования не было. Нож был просто заточен. Канат у нас все тот же, стандартный, 16-миллиметровый джутовый. Нет, 18-миллиметровый джутовый. Я уже даже эти вещи забыл. Spyder Military S30V. Поехали. Честно говоря, уже не помню, как это. Посмотрим. Раз, два, три, четыре, что такое, пять, шесть, семь, восемь, реально забыл, как это, девять, десять, раз, два, три, четыре, пять, шесть, 7, 8, 9, 10. Прикольно. Такое ощущение, что надо перчатки поменять, потому что это дебильно. Никакого вообще ощущения дурного, честно говоря. Ну, втянемся, посмотрим. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. 7, 8, 9, 10. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Еще прошли 20. Честно говоря, ощущение достаточно странное. Я с такой конфигурацией перчатки еще, скажем так, не работал. Давайте-ка я попробую сделать вот так. Посмотрим, что у нас из этого выйдет. Может быть проще, может не проще. Но у меня ощущение, что я не контролирую нож, когда две таких перчатки одет. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Матч бета, что называется, намного интересней, но все-таки это говно. В общем-то, я решил, что я смогу дорезать в этих перчатках канат, но не покупайте эту компанию. Никогда. Придется искать что-то другое. Так, ну мы отрезали 60, рука подустала. Но это нормально, я говорю, рука уже забыла, что я позволю себе небольшие перерывы. Раз, два,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Да, 80. Честно говоря, я еще как-то не очень уютно себя чувствую, потому что это новый балкончик, и у меня здесь все стоит не так, как я привык, не так, как я хочу. Для меня все это в новинку. И главным образом камера стоит, на мой взгляд, знаете, как-то хлипковато. Я боюсь, что я ее снесу. Но тем не менее. Я хочу показать. Видите, как грязь набирается уже. Достаточно прилично. Так, 80 мы прошли. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, 8, 9, 10. Стараюсь экономить канат. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, 8, 9, 10. Сотня. Чуть-чуть сделаю небольшой перерыв. В общем-то, почему я решил взять милю, да? Почему я решил потестить ее очередной раз? Один человек задал мне вопрос. Собственно говоря, какой нож лучше взять? Про милю из какого ножа, из какой стали лучше взять? М390 с XHP. Мы с ним поговорили, и в итоге я ему посоветовал заточить свой нож получше и посмотреть, что из этого выйдет. Может быть, все-таки не стоит 30-ку менять. Но, честно говоря, сейчас мне стало интересно самому, насколько вот эта сталюка может быть адекватным конкурентом при определенных обстоятельствах новомодным спринтерам. В частности, у спайдерки. Ну, поехали дальше. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 120 пушкаток. Если я не ошибаюсь, то стоковая миля, да, то есть на заводской заточке, прошла 140, и там далеко не все было пушкатом. Сколько здесь в итоге получится пройти, я не знаю. Я вообще-то не вижу у ножа проблем. Но довольно ощутимую проблему вижу в руке. То есть я бы не сказал, что я прохлаждался весь этот период. Но, видимо, все-таки тип применяемой нагрузки, он тоже влияет. Ну, поехали дальше. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, 7, 8, 9, 10. Так, ну, результат завода мы прошли, 140. Причем прошли на пушкате. It's cool, I think. А я сейчас чуть-чуть вдохну, самый малый. Ну, с позиции того, что в данный момент я не... Скажем так, я не наматываю скотч, я его намотал заранее. И мой дух будет заключаться вот в чем. Я прошу прощения, вот не хотел этого делать, но придется. Мне карта моргает, что у нее осталось 4 минуты. Я сейчас в темпе вальса прерываю запись.
удаляю лишнее и продолжаю. Это будет недолго. Итак, мы вернулись. Прошло буквально минута максимум. Я снес лишнее. Часто попадал на то, что надо подключить блок питания, но впервые попадаю на переполнение 32-гиговой карты. Раз. Что такое? Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Десять. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть, семь, восемь, девять, десять. Клин, как еще раз говорю, засран. 160 на пушкате. Миля стандартная, тридцатка. Секретная заточка. Имейте это в виду. Ну и я не в форме. Я определенно не в форме. Рука у меня побаливает, нож без проблем режет. Так. И самое печальное, канат еще кончается. Надо отмотать немножко. Я думаю, намотанного скотча не хватит, потому что мы уже близки к развязке. Но, тем не менее. Идем дальше. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Итого 180. Осталось 20-чик до 200. Я повторю. Для тех, кто смотрит начало и конец, кто смотрит на перемотки в ускоренном режиме. Вообще я тащусь от режима YouTube 1.5x, когда смотришь какой-то большой материал, и у тебя мало времени, это реально спасает. Заточка секретная, очень хитрая. Тут все дико интересно. Сарказм не отмечайте в моем голосе, на самом деле все очень интересно. Так, поехали дальше. Раз. Два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Раз. Два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. 200. 200 на пушкате, микроподвода нету. Ну, I like it, что называется. Сейчас чуть-чуть руку растрясу. На самом деле, вот в этой перчатке, когда ту снял, все стало в свои места. То есть, рука сразу включаться начала. Но сейчас вот эти места болят. Потому что это строительное говно, ну хватай, неси, как бы, ну не боль того. Ну, нужно что-то придумывать. Перчатки нужно менять. Вот в этом конкретном случае я вообще не знаю, что брать. Потому что в большинстве своем все перчатки защищены здесь. А мне нужна защита вот тут. И при этом еще нормальная сгибаемость. Черт его знает. Вот здесь должна быть защита очень серьезной. Пес его знает. Ну ладно, 200 мы прошли, поехали дальше. Раз. Два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. 10. Ну что значит не подготовился? Я чувствую, что я, в принципе, близок к концу 220. И глазами ищу года 40. То в блайт, то в блайт, то в блайт. Ничего нету.
что я кошмарный балбес в плане организованности. Итого 220, Пушкат, С-30В. Поехали дальше. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. 9 10 240. I like it. Вот. Ну, я никаких выводов в этом видео делать не буду. Будет следующее видео, я думаю, если получится, это я выложу сегодня. Сегодня у нас 12 марта, 22 ночи. Вот. А следующее завтра и послезавтра. Как? По возможности, что называется. 240, руку встряхнули. Вот, кстати, сейчас начинает ладошка включаться так достаточно сильно. Не убить бы ее на самом деле, потому что ножей вагон надо протестить. Реальный вагон. Раз, два, три, четыре, пять. И вот человеку бесполезно объяснять, что мизинец работает в силовом резе просто бешено. И вот миля, это просто безумно четкая рукоять для этого. 5 6 7 8 9 10. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, 8 9 10. 260. Собственно говоря, меня радует, сколько я режу, меня радует, как оно режет. В общем, все приходит на круги своя. В принципе, я иду пушкатом. Может быть, при напилинге все было попроще, но тем не менее. А, давайте добьем до круглого числа. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. В два раза от стока пушката. На самом деле сейчас будем проверять бумажку. Вне зависимости от ее результатов я дальше продолжать не буду, потому что свои ответы, да, я получил. И вот, грубо говоря, что называется, не очень хорошая перчатка. Все-таки отымела мне палец немножко. Но это мелочи, это как бы дело, это дело привычки. Знаете, я реально не знаю, чем это нужно сейчас поделить. Давайте попробуем сделать это вот такой штукой. Может, получится? По идее, должно. Почему нет? Следующая часть, я надеюсь, то есть объяснение вообще, что это было за тест, для чего он был направлен, будет, я надеюсь, завтра или послезавтра, как получится. Нифига мистер мускул не оттирает, как великолепно это делает ВД-40, абсолютно не справляется мистер мускул. Неорганизованный ты балбес. Ну ладно, давайте попробуем грязным клином, да? Я думаю, видно, да? Еще раз. Spyderco Military S30V, 280 срезов, ровно в два раза больше, чем это было на заводской заточке. Все пушкатом, после этого режем бумагу, микроподвода нет, угол заводской. Заточка секретная,
Спасибо за просмотр. Бай-бай. Пока.